Он хочет меня слезать. Джеймс хочет меня слезать. Всем привет. У меня просто сметана на лице. И он хочет меня слезать. Ты сел на мои ноги. Победа, какая победа, всего лишь 13 часов дня, а я уже все полы пропылесосила и помыла. А вообще, ребят, всех с Днем Победы, это такой праздник, который я точно праздную, либо потому что меня так воспитали в школе, либо потому что очень много старики рассказывали об этом, либо потому что я сама видела войну. Поэтому, ребят, с Днем Победы! С Днем Победы! С Днем Победы! С Днем Победы! Оля, он конкурс, наверное, устроил. У кого красивее салатик? Уже второй день готовит хороший салатик. Мерси, Жужука! С омерчением! Хвалить их, мужчин. Хвалить за салат, хвалить за бутерброд, хвалить за мясо, которое жарит, хвалить. За все надо хвалить. Это ж как иметь мужчину в доме, это как иметь еще одного ребенка. То есть у меня их 3 плюс Джеймс, 4. Я как-то справляюсь. Кот у меня умненький. Я его за ребенка не считаю. Только по ночам меня будет, чтобы я ему дверь открыла. И все. Девочки, кто не подписан на мой инстаграм, зайдите проголосуйте. Хотя бы просто Жужуке спасибо сказать за такие красивые салатики. Я уже выкладывала вчерашние, вот сегодняшние выкладываю. Проголосуйте, напишите что-нибудь там. Жужуга, супер, молодец ты. Кстати, наконец-то мы договорились с Жужукой, каким образом он может быть в моих влогах. Теперь каждый раз, когда он будет появляться в моих влогах, будет играть вот это. Будет играть вот эта вот музыка. Я хочу вот этот, который посередине. А ложечку бы еще для этого, пожалуйста. Давай-ка. Кукурузку, да, тебе? Или что тебе? Салат? Салат и томат. Такой? Да. Вау, you can really dance. И вы, что фижулима. А у Леночки не все так просто. Ну-ка, объясни мне, Леночка, что это у тебя в тарелочке такое? Что это ты здесь такое сделала? Это бабочка. Это земля просто. Это цветочек. А это небольшие облака. Вот. Понятно здесь все? Какая картина шикарная. Дело в том, что мы постоянно морозим хлеб. Вот. И размораживаем по половинке. Давай ты его. Раз, два, три. О, а папа? Я еще, конечно, буду делать видео, чему научил меня карантин, и туда обязательно войдет пункт о том, что я никогда раньше не замораживала хлеб, а теперь вот мы такое делаем. Ну, я лично никогда этого не делала, потому что я не ем хлеб. Ну и для них я особо не старалась. Даже бывали такие моменты, когда у нас просто не было хлеба. Ну, а с тех пор, как у нас карантин, мы выходим в магазин один раз в неделю, и то не выходим, а просто заезжаем за покупками, мы научились замораживать хлеб. И даже достали микроволновку. Правда, размораживаем мы его на функции печки, а не микроволн. Потому что он у нас против микроволн. Он это мой муж. Дети сегодня пьют детское шампанское. Ты знаешь, откуда вот этот стакан? Бокал этот? Ой. Угу. А ты знаешь какую-нибудь песню Милен Фармер? Давай, спой какую-нибудь песню. Tu connais pas les chansons de Mylène Farmer? Ouh là là! Облачка, ну-ка. C'est bon? Меня в видео спросили, как
рано мои дети начали пользоваться ножиком и вилкой. Ну, на самом деле, с самого рождения буквально, да, как только появилась возможность у них держать руками что-то, то я им дала ложку, ой, господи, вилку и нож. Вот. Но это были пластмассовые вилка и нож, они продаются в комплекте, и все французские маленькие дети начинают есть ножиком и вилкой достаточно с раннего возраста. А вот такие настоящие уже ножки и вилку, в принципе, мы ей кладем всегда, вот такие столовые приборы, но я ей сама нарезаю все, она режет всякое, то, что можно легко порезать, помидоры, например, или моцареллу она режет. Умничка ты моя. Красавица, да. Посмотрите, каким взглядом она посмотрела. А ну еще раз сделай вот так, как ты сделала, Литик. Красиво. Красавица. Платьичком хвастается. Это, кажется, Алиска тебе платьичко подарила. Мы просто с сестрой передаем одежду друг другу от дочек. Вернее, она передает. У нее дочка постарше моей. Угу. Ананас? Я же туда на ананас. Я же туда на ананас. Ленка, ты аппетиза. Tu le prends, tu sais où c'est qu'on mange le nanas? C'est où le nanas? Eh bien. C'est Lena qui va te donner le nanas. Mais doucement. Bien. Allez, c'est où le nanas? C'est où le nanas? Пошёл, пошёл. Нос и пояси. Глазам своим поверить не может, поэтому. Успели все равно, потому что, смотрите, кажется, дождь собирается. Сказали, у нас сегодня день игр, все уселись там перед компьютером, а я сказала, тогда у меня день семечек. Еду в русский магазин за семечками, почему бы нет. О, цивилизация! Хоть и в масках, но все равно цивилизация. Выехала из деревни за семечками. Скоро конкурс будут проводить, у кого маска красивее. Красивше. Вот, смотрите, какая шикарная. У тебя обычная какая-то белая, проиграл мужик. А вот женщина идет в красивой маске какой-то зеленой. Девочка вот совсем маленькая на самокате, в масочке розовенькой. Эй, вы что без маски? А вообще я подумала, представляете, сейчас жара наступит, вот буквально через 2 недели. Обычно после времени Каннского фестиваля наступает жуткая жара, которая длится уже до конца октября. Как в такую жару ходить в масках? Если кто-то может объяснить мне, пишите в комментариях. Я лично себе такого представить пока не могу. Меня только что, кстати, полиция остановила. Попросили этот код, QR-код предоставить на выход. Вот этот. Я им предоставила и сказали, окей, езжайте. Вот я просто отметила, что я еду за предметами первой необходимости. Вот если бы они меня спросили, что такое предмет первой необходимости, я бы им сказала с гордостью, семечки. Знаете, что я купила? Я купила вот такие вот патиссончики, семечки, естественно. И еще я себе взяла, блин, сюрпризик, скумбрия. Вот что я взяла. Сыр еще взяла вот такой, это детки у меня любят. И кальмары сушеные. Ну и Леночке конфетки русские. Не потому что она их любит больше, чем французские, а потому что для нее это сюрпризик. Типа, мама из русского магазина приехала и гостинчиков принесла. Netflix и семечки. Что ты кушаешь? Не, я хотела такое. Я хотела показать. Настройся. Я купила патиссоны. Вся семья ест. И нахваливают, но не могут понять, насекомое это или животное. Это мини-патиссоны, вкусные. Алло,
Ты не боишься? Али, оси. Ты что ругаешься? У какой ругака. Ой, страшный какой. А ну-ка, оси быстро. Оси. 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 Чего там я? Чего? 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 О, какой у нас ужин получился. Патиссончики так хорошо вписываются в программу. Они долго гадали, что это такое. Оказывается, что нету таких овощей во Франции. Может, и есть, но они не распространены. Окей. Оп. Бон аппетит. Бон аппетит. Je connaissais déjà ce DJ. Je sais pas si tu te souviens, à une époque, j'avais un petit truc où je faisais un peu de mix pour les copains et tout, chez Alexis par exemple. Et j'utilisais beaucoup les samples. Tu vois, j'ai une comédie. Vas-y. James, tu pulls la bouche énormément. Et toi, tu pues du cul. Quand je me mets comme ça, il dirait qu'il me parle. Arrête, il va te mordre ou il va te provoquer. Il va te manger. Arrête, chez toi. T'es tellement... Arrête. Je me rappelle hier, non. Nounou. Le gouloum. Le gouloum. Le gouloum. Non, ne chauffe pas. Si tu montes sur lui et que tu le chauffes, tu vas faire un soleil, Minou. Hein. Же музыку можете посмотреть у меня в инстаграме. Целый концерт мы выпустили. Увидимся с вами завтра. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.